А мы сейчас там их будем встречать. Па-парам-пара-пам-пум-пам. Так, по ЛТшкам две, да? По две. По две. Две по две. Раздача. Две по две. Поперли. Вы что же хоть едете? Я не один хоть. А то мне тут одному страшно будет, страшно. Вдруг меня тут будут чуть-чуть нивелировать. А оно мне надо, надо. Так, подождите. Сейчас, если гору займут, то лучше где-то здесь остаться. Наверное. Пока что. Хелкатик удачненько. А да, гору занимаю, как раз видите. Не понял, что не прокидываю. Совсем, что ли? Вот так прокидываю. Давайте, выплевывайтесь тут. Жубжики. Ля, Кромвель совсем оборзевший. Заехал откуда. А я в них так не закидываю, ребят. Вы слишком умные тут все. Это плохо. Ребят, сзади вас Кромвель, вообще-то. Если что. Да что ж вы такие... Вообще не даете играть. Ой, хорошо, как по моему ассисту 400. Нормально. Так, можно подъезжать. Сразу подрубился навык вот этот полезный. Блин, супер халкат там. Что тут меня не светит, 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 не светит, светит, не светит. Нафиг нам не надо. Поехали дальше. Ой-ой-ой-ой, успеть бы проехать, успеть бы проехать, успеть бы проехать. А куда успеть проехать, мать его, если ЛТХ у нас вон на бугру сидит, а? Как же тут проезжать? ЛТшечка, ты не оборзел. Оборзел, походу. Жук. Давайте, ребята, высовывайтесь. Что вы такие? Вот, вот так вот. Правильно. Черчилль, покажи им всем. Покажи им всем, как надо. Высовываться. Покажи им всем, как надо. Бля, не достреливаю. А ну, в башку. Хорошо. Сейчас подъедем чуть туда. Чуть тудее подъедем. Вот так вот подъедем. Дабы лучше иметь в виду их. Куда, куда, Черчилль? Ну что ты за... Ну что ты за жопа такая, а, Черчилек? Будьте так добры. О, 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 тянет его, видишь? Вот как я в него сейчас не попал, интересно, в Черчилля. Привет, Нурлан. Нема, глянь. Дважды и нема никого. Ой, а кто это здесь? Хелкатик, заедь, дурик. Ну, убьют же. Я ж предупреждал. Ты что ж ты такой... Обас, дикая сковородка, а ну-ка. Ой, кто здесь? Постучались вам сверху соседи. Ой, опять постучались. Дома есть кто-то? Наверное, есть. Ну, лучше крокодила, наверное, бить. Он задолбет там всех отъезжать. Ой, пробил! С поджогом, ребят, какая красотища просто! Ух! Ноль урона. Обидно. Ой, его на гусеницу поставили. А ну в моторный отсек, ребят. А не, это в башню. Это не в моторный отсек. А так.
О! А так ощутимо уже. А если вот сюда кинуть, а ну-ка. Ой, попал еще, смотрите. Нормально, можно на гору заехать. Он шотный остался. Нормально, приятно. Так. Хотя тут на гору, а куда ехать тут? На какую гору тут ехать? Хорошо. Там и крокодил еще подгорал, если я не ошибаюсь. Когда уезжал, горел. И в этого еще тысячку дал. Приятную. Ой-ой-ой, не упасть бы. Было бы не кисло, не упасть бы. Мы, блин, шотные, конечно, для Су-100. Это вот вообще паршивенько. А крокодил-то хорошо прогорел, ребят. Видите? Сейчас мы подсведемся, дадим ему. Одного. Сейчас второго дадим. Ну куда ты, зайчоныш? Почувствовал что-то. Блин, лянь, ФВХ там убивает еще. Что-то почувствовал, а ну. Не. Что-то почувствовал. Ля, ФВХ еще и тигра убила. Что-то мне это не нравится, ребят. Как-то мы начинаем легко так погибать. О, вот он сухарик, который тут за светами занимается. А ну по заднему отсеку мы сделаем ветер. Там же и ФВХ стоит, там же. Там же. Хорошо. Вот здесь где-то стоит. А, вот здесь. Добью. Неа. Ой-ой-ой, куда ты поехал, зайчик? Ну и так добили. Отличный боечек, ребят. Жалко, фраг не дали. Ну там еще тот погорел, что-то в того еще тычечка зашла. Что-то будет больше урония. Конечно, на мастера. 2500 урония. 560 ассисте. Основной калибр на арте, ребятушки. Красотища. Но если до этого кто не успел лайк поставить, самое время, ребят, самое время. Выдал шикардосный бой. Ну да, я тут вообще лидер по урону везде. О, уже эти открыточки присылают, видите, с поздравляшками, наверное. Шикарный бой просто. Особенно мне понравилось пробитие с поджогом. Это было что-то. Очень шикарная арта. Привет Олегу называется. Вот такой вот результат.